Ну, смотрите, у нас сейчас будет прекрасный обед на вершине. Наш водитель, thank you, we'll go, взял нам ланч. Смотрите, куда нам нужно добраться, чтобы пообедать. Ну, люди кушают и тут, не хотят, наверное. Мы пойдем и это, посмотрим. А представьте, какой вид будет. Да, люди вот и там встали, покушают. Ну, тоже нормально. Ой, шикарно. Ну что, мы все еще в парке Амбасели. Видите, какая я замотанная, закутанная. Пыль, жара. Ой, думаю, я вижу пыльную бурю. Не знаю, что это. Помните, в Эмиратах я попала в пыльную бурю. Ну, сейчас вперед, пойдем за Наташей. У меня с собой тяжелый рюкзак. Я ношу и ноутбук, и все деньги, документы. Не хочу оставлять в отеле. Сказали, оставить можно на рецепции, но я что-то не знаю. Закинули в машину и дальше поехали. А так сейчас я его несу. Так что вот я иду. Хоть и лицо намазано, все равно закрывать нужно. Все равно закрывать нужно шарфом, банданы. А, ты тоже увидела? Наташа кричит, ты видела, там смерч идет? Эти ступенечки какие, кстати. Ой, там вдалеке. Не увеличу вам. Давай мне что-то, Наташа. Нет, я под нагрузкой. А, ну давай. Тебе эти штаны прикольные? Помните, мы эти штаны в Рифмоле брали, когда нашли там хороший шопинг, и был этот. И было видео про вкусный джинс-кафе. Там есть сильно вкусный кофе, который можете попить в Эмиратах. Это все вулканические камни. Это все летело с Килиманджаро. И до сих пор вот лежит. Но это маленький еще. Это еще очень маленькие камни. Вообще мы видели так побольше, где-то, наверное, с 3 футбольных мяча. И вообще говорят еще, как машины летают, такие камни. Не говорят, это установленные факты про вулканы, в принципе. Ты не хочешь одеть бандану? А она не, на лице. А зачем? Ну, сгоришь. Да, я и так. Вот, любуемся, куда мы уже поднялись. Кстати, нам не сказали время, ну и не надо. Вот, нам еще туда с вами топать. Ну что ж, вы с нами, мы с вами. Идем вперед. Вот такое у нас путешествие по Кении. И Найроби, и сафари, и разные парки. Надеемся еще вместе с вами добраться до океана. Даша птичку видела. О, красивая, поняла. Это синенькая. Не так получается ее зафиксировать, а ближе, я боюсь, улетит. Все, птичка, тебе тоже приятного аппетита. Ну, открываются виды на озеро. Афричные, тебе даже колени уже чувствуются. Люди умные такие, да ну нафиг. Нет, тут мужчина с женщиной спускались, поздоровались, но они были налегке, без ничего. То есть они просто... Видно, поднялись, фоткались. Наверное, телефон в кармане был бы, даже фотика у них я не заметила. И все, и спустились покушать. Ой, там туалет, наверное, кстати. Ну, сейчас посмотрим, что там наверху. А идем мы туда только вдвоем с Наташей, больше никого нет. Ну и вы с нами, соответственно. Фух. Ну, если это видео уже смонтировала, значит, с нами все хорошо. Нет, ну, вообще там машины 3 стоит, а машина внизу. Здесь Лёва нарисован. А, просто как бы коротенькая информация. From rock to dust. Из камней в пыль. А, ну да. Прикольное название. Ну, вот уже не так-то много идти, кстати. Ой, красота. И над нами облака. Так, ну что, дойдем и включимся. Вот, Наташа правильно сделала. Сошла со ступенек. Я за ней иду. Фух, вот уже не видно нашего автобуса Мататы, зато красивые виды и дикий ветер. Так, сейчас обходим и заходим наверх. Что же мы там увидим, интересно? Ой, чуть не упал, ох, какой ветер, ветер просто свистит. Не, какой-то молодой человек есть, обзорвающий поинт.
Да, вот не заметила камушков. И чуть не зарыла носом, как говорил мой папа. О, правильно, в тенечке нужно выбрать. Ой, какой рюкзак тяжелый у меня с ноутбуком. Вот Килиманджаро уже закрыто практически. Ой. Фу. Ветер дует. Не ледяной, но холодный. Птичка, птичка сидит. Но я все равно разденусь, потому что подняться. Вот, кстати, машинки подъезжают. Внизу стоит наша Матата, вот эта вот беленькая, перед. Сейчас Наташа говорит, давай уже поедим. Я говорю, давай все-таки снимем обзор, что люди подъезжают, чтобы мы вам все показали. Так, прошу прощения за камеру, трясется немного. Давай, observation point. Значит, здесь написан observation point. О, такие маленькие птички, воробушки. Значит, идем прямо в observation point. Там вам отсюда все и покажем. Мы не одни, еще двое здесь есть, пара людей и мужчина одинокий. Ой, вы тоже слышите этот ветер? Вот красота какая. Пеликаны или птички, не вижу отсюда, кто плывет, кто родил, пишите. Очень много информации здесь. Вот остров, как Наташа заметила, правильно, похожий на шляпу. Ой, такую же шляпу, как у молодого человека. Львы едят растения. Ага, и не только. Знаю ее. Надо быть осторожным. Ну вот такая у нас обзорочка. Шикардосная. Сейчас покажем вам еще, что нам отель дал на завтрак. На обед. Вчера обед был просто крутой, вообще просто крутой обед. Наташа ждет уже там. Надо идти кушать. Давай. Да, на вопрос Наташи, что будем есть, говорю, ну не знаю, странные, давай посмотрим. Центрим Hotels, их несколько отелей. Центрим, мы в Амбаселе. Вроде в Цава, куда мы поедем с вами, еще будет тоже отель Центрим. Лимон, это апельсин, наверное. А, или грейпфрут. Так, я надеюсь, это не лимон, но вообще странно. Нет, пока посмотри, по состоянию внутри я такого не видела еще. Ну, не знаю. Вот тут что-то пахнет вкусно, мясо. Наверное, стейк какой-то. Курочка, ого! Так это приличная курятина, это мы здесь хорошо покушаем, ну вообще класс. Обалдеть, слушай. Так оно тяжелое, слушай. Ну, салфеточка. Да. Ну, давай сейчас как-то так. Положить можно? Да, конечно, разложи. О, понятно, у нас друзья сейчас налоговая будут. И таможня, и санэпидемстанция. Так, вот они, господа. Красивые синие птички. Господа, нет. Так, сейчас я это все... Давай. Ты посмотри. Ой, а я думала, они сверху приличные. Разровнять. Разложим, давай. Скатерть, скатерть. Скатерть самобранка. Маффин. Что еще? Маффин. Маффин. Тоже прикольно. Так, вот. Чиль и соусы. Соус курочки, два соуса. Яйцо. Сачок. Ананасный, ананасовый. Чипсы? О, прикольно. Ого. Я хотела такая сейчас ехать, такая думаю, вот бы сейчас чипсиков и на Саванну посмотреть. Хлеб, знаю, бутерброд с чем-то. Бутербродик с чем-то. Масло, я не знаю, не понимаю. Ну. Еще и водичка. Нам еще сказал гид, водичку же возьмите. Ну, да. Еще водичку. Соль и зубочистка. Ну, не... Ну, вот такой приличный. Ты думаешь, что есть что-то другое будет? О. Другие, по-моему, чипсы. А, ну давай посмотрим. Тут эти, как они, скобы. С чем? Что-то виноград. Солт и уксус. Только нет, такие не люблю. Вот это вот. Как ты не любишь? А куртка такая? Не тут знаю. Какой-то соус. Шапку держу. И у меня шапка. Очки. А, смотри, тебе тут два чили положили, а тут... Чем это тебе? Может, тебе положили чили? Нет, ну... Народ, что это такое? Я причем острый нем даже говорит, тебе чили положили. Да, тебе чили. Ну как это так? Молчи, молчи, молчи. Потому что сейчас улетает все. Ну давай кушаем, садимся, кушаем. Давай сейчас, наверное. Ну, вот такое, в принципе, да, вполне достаточно. Все, приступаем. Всем приятного аппетита. Шо? А, здрасте. Смотри, какая там птица пришла. Она такая.
дурная, она боится и всех пугает собой. Да, малыша много. Прикольная птичка такая. А черненькая с белым, красиво. Ой, с красным клювом. Мне эти синенькие нравятся. А это не летает, наверное. Наташа делится маффином, предлагаю мой маффин тоже скормить. Ну это неправильно, да? Они должны сами кормить. Ну я не знаю, кто их покормит здесь. Да никто их, в смысле, а что они должны кормить? Ну что же они бедные кушают, не знаю. В смысле? Бедные говно. Нам зубра только что там где-то съели, наверное. Ну да, мы же им курочку давали. Они мясо кушали. А где эта птица? Ушла уже? Да вон она бегает. Бежит первая. Народ, все очень вкусненько поели. Хотели бы сказать, что это смесь такая апельсина и грейпфрута. Сладкая, вкусная. Птичек тоже покормили. Вот они здесь ждут. Птицы ели мясо. Птицы ели и курочку, птицы ели и хлебчик. Вот еще сколько всего осталось. Еще остались чипсы, и маффины, и водичка, и сок. Я думаю, это как-то имеет название, но это не апельсин. Он не такой сочный, как апельсин. Аромат апельсина с нотками грейпфрута. Но нету никакой горечи грейпфрута. Вот и такой вкусный у нас сегодня обед получился в саванне. И с прям, таким видом, да, красивым. И прям с таким классным видом. Все, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, пишите комменты. Спасибо.